Сломалась дорогая сердцу вещь, не торопитесь ее выбрасывать и искать замену, ведь при грамотном подходе вы можете сами ее отремонтировать. И это не будет стоить как чугунный мост. Обратите внимание на клеи Дандил. Кстати, кроме клеев под брендом Дандил выпускаются также автомобильные герметики и различные наборы для ремонта авто. Все это производится в США. В отличие от дешевых аналогов, срок годности цинокрылатных клеев Дандил составляет 3 года. У китайских примерно год. Но поскольку клей однокомпонентный, в запечатанной или плотно закрытой упаковке, он может храниться значительно дольше. На столе у нас цинокрылатные клеи Дандил. У всех прозрачный цвет. Прочность соединения 204 кг на сантиметр. Термоустойчивость от минус 50 до плюс 95 градусов. Время полной полимеризации 24 часа. Имеют хорошую адгезию, не стекают с поверхности и быстро и надежно склеивают. Металлы, керамику, пластик, резину, фарфор, кожу, дерево, картон и пористые материалы. Также в обзоре расскажу про спрей-активатор для суперадгезивов и проверим лайфхак, что будет, если при склеивании деталей добавить пищевую соду. Начнем с суперклея индустриальный. Имеет устойчивость к агрессивным средам и перепадам температур. Его особенность – надежно склеивать в любых сочетаниях – металла, керамику, фарфор, пластик, кожу, резину, дерево, картон и пористые материалы. Также хочу отметить три клея. Они не склеивают полиэтилен и полипропилен. Для их склеивания применяйте суперадгезив для пластика – артикул 6659. Быстро и надежно склеивает большинство твердых пластиков. Полипропилен, полиэтилен, поликрилат, винил, ударопрочные пластмассы АБС, поливинилхлорид, плексиглаз, оргстекло, полистирол, гетинакс, металлокерамику и фарфор. Теперь посмотрим, как цинокрылатные клеи ведут себя в работе. Для эксперимента возьмем любимую керамическую кружку. Также спортивные кроссы. Тут отваливается мыс. Подготовим сломанную ручку, ну и, конечно, любимую машинку, в которой сынуля играет каждый день. Перед началом работы нужно подготовить поверхность к склеиванию. Для этого очистите от загрязнений. Если детали гладкие, то необходимо поднять ворс наждачной бумагой. Не забудьте обезжирить заготовки и высушить. Перед открыванием клея соблюдайте технику безопасности. Надевайте защитные очки и перчатки. Также работайте в хорошо проветриваемом помещении. И обязательно открываем тюбик в сторону от лица. Работаем с первым суперклеем, артикул 6594. Для этого нужно снять колпачок с конусной насадки и открутить ее от тюбика. Проколоть металлическую мембрану тюбика верхушкой колпачка. Навернуть насадку обратно на тюбик. Заготовки нужно подготовить, очистить от мусора и пыли, обезжирить и высушить. Наносим клей на одну из соединяемых поверхностей. Из расчета одна капля на 6-7 см квадратных. Не забудьте протереть носик конусной насадки салфеткой и закрыть колпачком. Быстро и сильно прижимаем друг к другу соединяемые поверхности на 30 секунд для склеивания. Время схватывания уже через 15 секунд. Время отвердевания 1 минута. Можно уже аккуратно пользоваться, но для полного застывания требуется 24 часа. Следующий суперадгезив с кистью, артикул 6615, обладает хорошей адгезией к замасленным, загрязненным и пористым поверхностям. Упаковка с кистью позволяет наносить клей тонким слоем в труднодоступные места. Для достижения лучшего результата очистить и просушить соединяемые поверхности. Нанести суперадгезив кистью на одну из клеимых деталей и прижимаем соединяемые детали. Время схватывания 15 секунд. Время отвердевания 2 минуты. Следующий суперклей индустриальный, артикул 6643, обладает более высокими прочными характеристиками, устойчивостью к агрессивным средам и перепадам температур, чем обычный суперклей. В крышку вмонтирована стальная иголка, которая при закрывании автоматически прочищает носик флакона и предотвращает застывание в нем клея. Наносим клей на заготовку и быстро соединяем и прижимаем соединяемые детали. Время схватывания 40 секунд, время отвердевания 2 минуты. Прошло пару минут и деталь держится отлично. И тут воспользуемся хитростью с содой. Чтобы нам увеличить и усилить шов склеиваемых деталей, наносим поверх пару капель клея и затем посыпаем содой. Сода выступает тут как наполнитель. Она увеличивает и армирует площадь склейки. Таким образом, повторяя такие действия пару раз, мы можем наращивать до бесконечности клеевой шов.
и ваша заготовка будет в разы держаться сильнее. Следующий двухкомпонентный суперадгезив для пластика артикул 6659 позволяет быстро и надежно отремонтировать изделия из различных пластмасс, не поддающихся склейке обычными клеями. Во многих случаях прочность клеевого шва превышает прочность пластмассы. Быстро и надежно склеивает большинство твердых пластиков, но мы отремонтируем детскую машинку. Сначала наносим активатор кисточкой на обе соединяемые поверхности. Далее даем активатору испариться с поверхности. Наносим суперадгезив на одну из склеиваемых поверхностей. Быстро сжимаем соединяемые поверхности на 30 секунд для склеивания. Не забываем протереть носик тюбика суперадгезива салфеткой и закрыть плотно крышкой. Время схватывания уже через 30 секунд. Время отвердевания 10 минут. Также для качественной подготовки склеиваемых поверхностей есть спрей-активатор для суперадгезивов. Артикул 6621 обеспечивает сверхбыстрое отверждение суперадгезивов на цинокрилатной основе практически в любых условиях и сокращает время их отверждения на менее активных или инертных поверхностях. Очищаем склеиваемые поверхности от загрязнений, обезжириваем и высушим. Активатор-ускоритель наносится с помощью кисти или распылением до образования туманного налета на склеиваемой поверхности. На вторую деталь наносится адгезив. При необходимости ускорить отверждение толстых швов на первый слой активатора наносится слой адгезива, затем повторно слой активатора. Склеиваемые поверхности соединяются и детали фиксируются в сжатом состоянии и выдерживаются до отверждения адгезива. Подведем итоги. Кружку мы склеили суперклеем. Ручка держится на месте, все надежно, все красиво. Ботинок мы подклеили мыс суперадгезивом с кистью. Также все держится отлично и походит еще долгое время. Индустриальный клей держит хорошо, тем более мы тут насыпали соды. Как видим, шов намного толще и пальцами уже не разломать. Ну и двухкомпонентный суперадгезив для пластика. Строительный зажим как новый, можно смело пускать в работу. Ну и, конечно, автомобильная машинка. Все исправно и готово к работе. Ну и не забывайте, соблюдайте технику безопасности. Применяйте клеи от надежного производителя Dandil, ведь они действительно могут вернуть к жизни дорогие вам вещи.